Всем хай, ребят, с вами Экстер, и сегодня мы поиграем в честь выхода, а точнее, еще не вышло, выйдет 10 октября, выйдет Мафия 3 у нас, и, в общем-то, я решил поиграть в честь этого, решил поиграть в Мафия Лос, что-то, короче, первую Мафию вообще, и давайте начинать. Короче, нам тут дают написать свидетеля и завести дело. Я не понял, мы это в игре или в полиции? Ну да ладно, неважно. Значит, я назвал своего паренька Борькой. Он будет у нас Боря. Главное меню что-то. Вступление. Обучение. Новое. Загрузить. Прогулка. Я хочу прогулку. Давайте замутим прогулку. Что это? Прогулка. Местоположение. Нету больше местоположения у нас. И машина нету больше, кроме болта. О, у нас несколько болтов. Ничего себе. Так, какую бы выбрать? Вес 800 килограмм. Вес 800 килограмм. Вес 800 килограмм. 800... Да у них же у всех одинаковый вес. Ладно, смотрим дальше. Мощность 22 литра. Мощность 22 литра. Мощность 22 литра. У них ничего не меняется просто. Не, давайте выберем такой, прям, который будет характеризовать нашего Бореньку. Вот она, прям характеризует нашего Бореньку. Такой красивый, с багажничком сзади. О, тут даже цвета есть, ничего себе. Цвет, так, синий, темно-синий, коричневый, зеленый. Ну, наш Боренька и не синий, и не темно-синий, и даже не коричневый. Зеленый бывает, ну давайте выберем зеленый, поскольку он иногда болеет. Все. А курение вредит вашему здоровью. О, такси, когда вы за рулем такси, вы можете зарабатывать деньги, подвозя пассажиров. Я не успел. Как вы хотите, чтобы я все вот это прочел за несколько секунд? Классно. Давайте будем зарабатывать маны им нашему Бореньку. Купим iPhone 013S 5 шестерок. Во, классное имя. Поехали, значит, и мы будем... Ой, какая красивая машина у нас. Как она крутится, прям как менять вид... Я нашел кнопку, чтобы менять вид. Чувачок, тебе ничего не надо? Подвести там, может быть, а? Ну ты чё? Так, там что-то обозначено у нас желтеньким. Точнее, оранжевым. Что это? Это копы, что ли? Может, тут в подворотнях найдем людей? Ну, это же логично, да? Люди же ждут такси в подворотнях. Нет, нифига тут нету. Будем, значит, открывать... О, какой дрифт! Будем, значит, открывать... Не открывается? Ну ладно. Да стой, что ты так дрифтишь? Боренька же так не дрифтил. А хотя, кто же его знает? У нас 0 баксов. Чем мы будем ремонтировать вот это вот коромысло Борьку? Так, чувак, ты куда? Господи! Что с тобой? Он просто лег и все. О, давайте подкатим к девушке. Девушка, вас так никто не подкатил больше. Вообще не будет. Бабка, уйдите, пожалуйста. Вот, ты прямо у меня остановилась. Куда ты пошла? Ничего себе, она уродливая. Ой, господи. Опа! Все, ищем вот эту даму. В общем, так, и мы можем выбрать другую машину, а? Как выйти-то из машины? Уйди. Я хочу перестроиться. Ты взял моего клиента. Сюда иди, тварь. Мы тебе сейчас не дадим проехать. Все, будешь тут сидеть. Отдай моего человека. Где это? Вид такой, чтобы видел. Кажись, бабу нашел. Иди сюда. Сюда иди, я тебя увижу. Дед, уходи. Гляньте, как он ходит. Все, надоело. Жизнь дерьмо полное. Уходите все от меня. Уходите. Бабка, уходи, а то умрешь раньше времени, небось. Гляньте. Опа! Сейчас мы нашу машину помоем. Тут даже воды нету. Так, девушка, вы не хотите ко мне сесть, а? Что с тобой, девушка? Она крутится по кругу. Дама, я думаю, вам лучше уйти. Как нам взять пассажира? Где нам его найти? Значит, у нас уже дым идет из машины. Кстати, ребят, я забыл сказать, я сегодня оделся в черное. Знаете почему? Как вы знаете, все важные люди одеваются в черное. Вот и я переоделся в черное сегодня. На самом деле остальные футболки не поглажены, а на этом не видно следов. В общем-то, мы важные люди. Что с нашей машиной? Что с этими дорогами? Прям как у нас. Стой, у тебя подозрительно рука в пальто. Чё ж ты там делаешь, а? Ах ты ж, извращенец. И пошел обратно, ну нормально. В общем-то, будем жмакать все кнопочки. Вы видали это? Так, машину отдай бы...
Я тебе там под капот бросил оружие, ты если что подбери, хорошо? В общем-то будем бить, если она не хочет, чтобы мы в нее сели. Так, чувачок, давай. Дай мне свой. О, вот оно как. Ах ты ж тварь, ах ты ж тварь-то какая. Уходим, уходим, ребята, уходим. Ай-яй-яй, нет, он нас поймал. Уходим, уходим. Да чё ты такой быстрый? Ничего себе поворот он сделал. Ха, я всё-таки не понял, где мне искать пассажиров. Все, разобрались сейчас F1, и вот, значит, когда вы за рулем такси, вы можете зарабатывать деньги, подвозя пассажиров. Гангстеры, вы будете получать деньги за каждого убитого гангстера. Скорость, вы будете получать вознаграждение за езду на высоких скоростях. Аварии, за каждую разбитую машину вы получаете деньги. Так, значит, мы сейчас должны выйти, подойти. Ах, вы ж, чё ты-то? Что он делает? В общем-то, попытка номер два. В общем-то, будем брать сразу оружие получше, чтобы нас наверняка не убили. Ты кто? Ты у нас гангстер. Сейчас мы это все. Ты чё мою машину пинаешь, а? Руку в жопу засунул и нормально. Так, я тебя сейчас прострелю. Убили. Так, берем машину и быстро уходим. Давай, бери машину, чё ты? Другую машину тогда бери. Копы, копы. Ищем других. Нет, давайте на других, на высоких скоростях. Значит, я понял, тут надо все не по закону делать. Все, мы поехали на высоких скоростях. Что-то мне кажется, на такой машине мы не разгонимся. Видали? О, превышение скорости, мы нарушаем. Ура, ура, товарищи. И че, где наши бабки? О, мамочки, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай, я перевернулся обратно, нормально. В общем-то, за нами погоня. У нас отбито... Ай-яй-яй, еще нас пинают копы сзади. Стоять! Отдай мне твою машину, я хочу... Выходи! Или у тебя дверь сломалась? Тихо, уходим, уходим. А! Пипец, ты ровно держишь оружие, чувак. Я тебе прям завидую. Эх, ладно. Вас арестовали еще раз. Я ж никому не мешаю. Хорошо, идем. Жизнь, она прекрасна. Надо просто под колеса лезть. Так, уходим и ищем. А, вот он. Вот он, гангстер наш. Гангстер, быстро. Так, это стреляет быстро. Стреляет быстро. Да чего вы себе полезли-то под машину сразу? Так, берем их машину. Место водителя. Значит, мы можем даже сесть вперед и сесть там на пассажирское какое-то сиденье. 1000 баксов заработали, ребят, 1000. И за нас полиция вроде не гонится, да? Копы подняты на тревоге. И как мне уйти? Подворотня, спасай. А, я еще раз нарушил. Стой, 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 куда ты прешь? Так, еще один. Нет, это не коп. Коп, коп сзади, коп сзади. Уходим сюда, уходим сюда. А, не туда ушел. Ладно, будем так гонять. Нас же тут не заметят, это же тротуар. Осторожнее! Да я осторожен, как бог. Уйди, 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 чувак, уйди, по-дружному. А, кто там стреляет? Полиция по нам гасит, кажись. Опа, под мостом нас... Нет, это не мост. А, да, это мост. Мостом нас никто не увидит. Да как вы узнали, что я тут? Вы чё, гоните, что ли? Куда вы залезли? Копы, вы дебилы? Уходим, ребята, уходим, они вышли. Так, туда можно пойти, я вижу. Поехать, точнее. Ну, мы же на машине. У нас есть 1000 баксов. Мы своровали машину. Классно. У нас 34 хп. Мы можем, кстати, подлечиться нам сказать. Давайте задним сдадим. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Не сломай машину, это же не наша. Тихо, по нам гасят. Нас убили. Давайте другое, какое мы можем сделать. Оружие вы можете поразить. Гангстеры, такси. Когда вы заберем такси, вы можете зарабатывать деньги, подвозя пассажиров. Как подвозить пассажиров? Скажите мне, пожалуйста. Давайте сядем вот к тому дядьке в машину. Я хочу к тому дядьке в машину сесть. Посмотрим, что он скажет. Опа. Видал, как мы сделали? Круче тебя. Давай, выходи. Замечено оружие. А, как спрятать? Спрячь, дурень. Спрячь. А, машину. Уходи, уходи. Чё ты не уходил? А, ай-яй-яй. Мы можем уйти. Гангстеры нас спасают. Ничего не спасли, только туалет там сломали, по-моему. А, нет, это телефонная будка, о господи.
Мы, кстати, легли так прям... О, мой бог! Ладно, теперь точно подвезем. Сядем кому-то в машину. Так, дядька, стой. Какой дядька? Вот я к этому. Смотри, я отгоню машину и выйду, а ты меня подвезешь. Стой. Куда ж ты без меня? Стой. Я тебе сейчас... А мне куда спрятать оружие? Томсон, почему? Как бросить? Здесь стреляют. А, чувак, давай, подвези. О, давай, что я могу сделать? Ну. Давай. Залезь ты. Да залезь, падла. Он же как-то смог залезть тогда, когда-то. Давно. Смотрите, мы, короче, подъезжаем. Смотрите, значит, мы выходим. Чего это такое пятно? С оружием. И тут коп. И он ничего не говорит. Как сесть к нему в машину-то? Кольт. О, вот так вот. И спрячь кольт. Спрятали, да? Да, спрятали. Вот так вот. Ты теперь добрый, да? Мы до тебя не доходим, да? Ну, сломаем тогда твою машину. Как мне сесть за эту машину? Ты можешь сесть? Он не хочет сесть, ребят. Пили и убежали в подворотню. А мы тут побежать не можем, да? И он в стену упирает. Чё ты вот сделаешь? Чё ты делаешь? У меня, кстати, 15 жизней, не знаю откуда. О! И бегом. Войди в главное меню. Вот и все, мы покойники. Вот и все, ребят. А на этом мы закончим, думаю. Мы прогулялись по первой мафии в ожидании третьей, когда она выйдет. Хотя я же все равно в нее не поиграю. Ставим лайки, делимся видео с друзьями, добавляемся в друзья ВКонтакте и вообще во все сети, там есть ссылочки в описании. Подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачки!